создавая пальто и парку для Вероники, мы затронули такой глобальный тренд, как медленная мода или осознанное потребление. Осознанное потребление – это, ну, не просто тренд, а это уже вынужденная такая мера. И экологическая мантра на сегодня – это используем повторно, перерабатываем, уменьшаем количество за счет обращения большого внимания на качество изделия, на качество ткани, чтобы вещь могла прослужить долго. На самом деле качественная вещь служит долго. Медленная мода – это противоположность быстрой моде, противоположность изделиям масс-маркета. Приверженцы именно длительной моды или осознанного потребления большое внимание уделяют не трендам зачастую, а именно стилю, базовому гардеробу и внедряя какие-то вот такие небольшие фишки. Стильные вещи – это прежде всего качественные вещи, которые служат не один сезон. Мы тоже являемся приверженцами долгой моды. Мы поддерживаем качественные вещи. Придумывая парку для Вероники, мы использовали дубленку, которая уже отслужила несколько сезонов. И мы решили повторно использовать этот материал. Мы соединили его с плащевкой и с натуральным мехом. И использовали такой тренд, как mix and match. То есть соединили в одном, казалось бы, с первого взгляда несочетаемые фактуры. За счет нюансов цвета у нас получилась такая достаточно гармоничная вещь, которую легко будет потом внедрить в базовый гардероб, повседневный, и соединять как со спортивными вещами, так и с более нарядными. Пальто у нас в пудровых тонах, то есть оно такое мягкое, лаконичное. Его можно использовать как с кружевным платьем, сорочкой вниз, какой-то массивной обувью, так и, например, со спортивным костюмом. На сегодняшний день актуально именно смешение стиля, например, классики, спорта, каких-то авангардных вещей, вот, в которых замиксовано много фактур, и более таких простых, лаконичных, спортивных или базовых вещей. Это все нацелено на длительную моду. Меховые изделия не воспринимаются как такие вещи зимнего гардероба. Их используют и в отделке жакетов, сумок, аксессуаров, обуви. То есть мех сейчас используется как обычная ткань, а не какая-то такая дорогостоящая на века вещь. И если у вас, например, есть какая-то шуба, которая вам уже, ну, немного надоела или она устарела, то ее всегда можно переделать. А на сегодняшний день вот данную философию соединения различных фактур, принтов, стилей используют достаточно много дизайнеров, таких как Louis Vuitton, Dior, Fendi. Там обильное смешение именно фактур, стилей,